И всем здорово, с вами Марбрик. Недавно у меня загорелась идея создать какую-нибудь игру для кнопочного телефона. Но, к сожалению, во-первых, даже с помощью программирования как-то создавать, информации было очень мало. Я предполагал, что вообще, если ты не знаешь Java, то создать такую игру невозможно. Но я ошибался. И чтобы сделать игру, вам понадобится программа Clickteam Fusion, но только взломанная версия, это обязательно. Думаю, с ее скачиванием проблем возникнуть не должно, это очень легко. Приступим! Для начала вам нужно просто создать ваш проект, что не так уж сложно сделать. Далее, если вам это очень нужно, то вы можете дать название своему проекту, хотя это не обязательно. Далее можно выбрать 16-битную цветопередачу, хотя, возможно, это не обязательно, но я так делаю. Потом вы можете наблюдать, что я настраиваю свой проект, но это не обязательно, это чисто для удобства теста, чтобы вот эти все побрякушечки, менюшечки никак не мешались. Теперь очень важная часть. Нужно кликнуть на галочку «Отображать все типы сборки». А еще выбрать пункт приложения Java для мобильных устройств. Но сейчас я показываю, как нужно настроить свое приложение. Вы можете дать им название, выбрать иконку, но только учтите, что иконок несколько на разные разрешения экрана и цветовую палитру. Поглядите, это очень важный пункт, выбор разрешения экрана. Это зависит от того, зачем вы делаете свою игру. Если чисто для себя, то выставьте разрешение вашего телефона. Его можно узнать в интернете, введя модель вашего устройства. Если для всех, то тут придется постараться либо сделать игру с разрешением, которое обходит всем, либо выпускать разные версии игры, как это делают многие. Но лично я предпочитаю делать игры для себя, так что я выберу разрешение моего телефона 240 на 320 пикселей. Теперь вам просто остается брать и создавать свою игру, но только с тем учетом, что вы не сможете использовать функцию времени, так как игра будет банально вылетать. Не знаю, с чем это связано. После того, как вы завершили создание игры, нужно установить Java JDK. Это программа для того, чтобы мы могли создать сам jar файл для нашей игры. Ссылка на сайт будет в описании. Ну все, теперь остается самое простое. Переходите в инструменты, настройки, основные. Далее выбираете CVF. После чего, где написано JDK, просто выбираете путь, где находится папка с установленным JDK. Ну а для создания игры, которую вы уже загрузите на свой кнопочный телефон, понадобится просто нажать сюда и создать. Далее приложение. Все, спокойно сохраняйте, перекидывайте на телефон и играете. Ну на этом все, мои дорогие друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!